На сегодня мы готовим центр города, те фонтаны, которые находятся в ореоле центра, мы к 1 апреля должны их запустить. Сегодня мы уже подготовили самый красивый фонтан, это театральная площадь, он готов к запуску. В дальнейшем мы готовим, к завтрашнему дню будет готов горсад. Запустим Пушкина, Лягушку и Соборку. Это эти фонтаны у нас будут работать на 1 число. В дальнейшем, учитывая, что погодные условия уже налаживаются, мы будем запускать поочередно остальную часть города, там, где находятся фонтаны. У нас получается всего 23 фонтана, и окончательно в течение апреля до 1 мая будут все запущены. Но вы знаете, что мы планомерно идем к тому, что фонтаны в городе увеличиваются. Мы в этом году открываем, и вы это в ближайшее время увидите, фонтан в парке Шевченко. Это Ваза Мала. Также мы отремонтировали капитально это Русалочка, это в парке Победы. По полирояле, ну вы уже все знаете, что действительно вандалы сломали этот фонтан. Мы сейчас демонтировали и девочку, и хорошо, что общественники, которые, ну будем так говорить, наши жители Одессы неравнодушные к городу, и спасибо им, что они, будем так говорить, сохранили этот зонтик благодаря усилиям прекрасной женщины. И сейчас мы его восстанавливаем.